упражнение. Умница! Ух, фантастика! Я смотрел, согнувшись. Да, не успел выговориться. Ой, как полтора на два. Как мне нравится. Знаете, что нравится? Может, да, помолчу, потом расскажу. Сейчас. Опять хорошо. Вращение мне его нравится. Вот что. Строй был помимо. И это блестяще. Это японская стойка. Голова должна оказаться в проекции рук. Вот видишь, вот они широко поставленные. Стойка широко расставленными руками. Тут кувырок теперь только один раз разрешают комбинации. Вот это поменяли. Это правильно сделали, чтобы... Ну, все-таки это очень травмоопасно. А у юниорам просто запретили. Ну, походу, так спиной какие-то требования. Три винца, хорош! Ай, браво! А, молодец! Это браво! Вот и тебе и Латынина, и Манина. И все понимают, что такое настоящая гимнастика. Здесь и ежу понятно, как говорится, очень понятно, что блестяще сделана программа, блестящая трудность, великолепная техника исполнения. Вот давайте сейчас какое-нибудь вращение любое, если нам это... Смотрите, какие видите. Какие у него... Ой, какая сложность, и он... Это все ерунда, маленький шаг назад. Это Ломакин, китайский, и еще третьего тренера назову. Просто вы умницы, подготовив такого очаровательного Давида. Город Екатеринбург. А Ломакин и китайский, два здесь тренера, объявленные в списке сборной. Спасибо вам за эту парнишку. Очень хороший. Ну, сейчас из всего, что мы с вами видели, вольных упражнений, это, безусловно, сильнейшая программа. Да, это лучше. Сильнейшая, без каких-либо вариантов. Без вопросов. Это почти как, я вспоминаю, Олимпийские игры. Это Зондерленд у нас был из Голландии на перегладине. Да. Уже визжали, плакали уже до того, как он подходил к снаряду. Первая в истории золотая медаль. Мы больше беседовали с нашим голландским коллегой. Да. Они там, я не праздник, знаю. Праздник большой, они понимают, что такое гимнастика и как с ней бороться. И оценка... 15-266. Это за...